Итак, друзья, всем привет! С вами Радочин Олег. Смотрите, в новом интерфейсе Facebook есть сложности с поиском именно рекламного кабинета. Многие путают с такой вкладочкой вот здесь вот «Создать рекламу». Вот реклама. Нам это не подходит. Рекламный кабинет у нас... Вот смотрите, вот если мы на главной странице... аккаунт личного профиля. Сейчас перейдем. Вот. Если здесь находимся, нажимаем вот на логотип Фейсбука. Внизу вот это еще. Пролистываем вниз. Вот у нас переход на рекламный кабинет Фейсбука. Вот это вот нам нужно. Также мы всегда можем, я сегодня увидел, вернуть на нашу классическую версию. Вот. Используя вот эту кнопку, можно всегда вернуться в предыдущий дизайн Фейсбука. Ну все, друзья, я то, что хотел вам показал. Надеюсь, видео было вам полезным. Все, пока-пока.